работа. Можно пройти? Андрей Александрович работает с документами. Мы видим вот эти вот традиционные грамоты, поздравления. Ну, конечно, они, смотрите, они разнообразные. И, в общем-то, впечатление. А здесь что у нас? Так, вот, давайте-ка я теперь немножко сам поработаю. Да, это действительно. Я думаю, что те, кому эти грамоты будут вручаться, конечно, получат большое удовлетворение и удовольствие. Действительно прекрасно.